Жители населенного пункта Бешуха обратились в редакцию нашего телеканала с жалобой на зловоние, исходящее от полигона по утилизации твердых бытовых отходов. Сельчане говорят, что неприятный запах со свалки зачастую приводит к различным заболеваниям или обострению имеющихся. Главное требование жителей – перенести полигон на другое место. С полигона доносится вонь, невозможно дышать. Ладно мы, но ведь у многих есть дети, им еще труднее. Есть и больные, им дышать тяжело. Часто неприятный запах появляется по вечерам. Невозможно жить рядом. Полигон, да? Как можно было построить полигон прямо возле населенных пунктов? К нам идет ужасный запах. Из-за этого у нас участились различные сердечные заболевания, а еще случаи астмы, аутизма. Увеличилось число инвалидов. Все это связано с экологией. Мы требуем закрыть этот полигон. Также рядом протекают канализационные воды, идущие из города. Территория под утилизацию твердых бытовых отходов была отведена в 6 километрах от села еще 8 лет назад. Проблему экологии жители жилого массива Бешуха поднимают уже давно. Не раз обращались в местные исполнительные органы. В свою очередь чиновники отмечают, что у полигона еще не вышел срок эксплуатации. И поэтому пока нет никакой возможности удовлетворить требования сельчан. В настоящее время мы не можем перенести полигон. В дальнейшем внесем предложение об открытии мусоросборочного пункта в другом месте. Полигон был построен в 2016 году. В среднем срок эксплуатации от 5 до 30 лет. Он состоит из 6 карт, 3 из которых на сегодняшний день заполнены отходами. В свое время данный пункт был оборудован в соответствии с требованиями законодательства. Имеются сертификаты и проектно-сметная документация. В него свозят ТБО из Ахтау, сел Акшукур и Саин-Шапагатов, а также из Муналинского района. По словам чиновника, местные власти уже пытались привлечь инвесторов для модернизации полигона, однако те отказываются из-за низкой окупаемости проекта. Ежемесячно сюда привозят порядка 30 тысяч кубометров отходов. Из них около 14 тысяч сортируются на специальном пункте и направляются на переработку в другие регионы.